Вот ночной парк матрешек. Вот собачка лежит. Фонтаны, дети катаются. Вот парк матрешек ночью. Вот парк матрешек. Ночное время. Парк матрешек. Это Коми-Алтэ. Лиман здесь рядом. Это стопудово наш. То есть или с Украины, или с России. Птички. Красота. И часы. 7:15 сейчас. Отдыхают люди тут вечером. Вечером вообще здесь хорошо. Очень много наших живут. Вот это мороженое, все мороженое сидят. Очередь стоит за мороженым. Вообще здесь хорошо, особенно вот даже летом, вот вечером хорошо. Вечером вот из моря дует. Красота. Yeah.
Туристический сезон еще продолжается. Вот. Вы в аэропорту видели из моего репортажа короткого, что летящих очень много из России, а вообще рейсов очень много из России, Украины. Я разговаривал с Анекстуром, там встречающие были, они говорят, очень много летят из России, из Украины, в основном говорит, ну и из Германии. Вот. Туристический сезон продолжается, турсезон. Вот. Ну, конечно, соблюдаются все меры безопасности. Вот. Ну, на трёшке сделаны так. Кто-то звонит домой, делает селфи, видеосвязь. Вот. В общем, люди радуются жизнью. Вот. Вот так вот, дорогие мои, ночные матрешки. Красота, да и только. Видно, радоваться. Всех вам благ, дорогие мои. Берегите себя, своих близких. Ни о чем не думайте. Все будет хорошо. Вот. Всех вам благ. Пока-пока.